День Земли отметили в Биробиджане. Уже традиционно 22 апреля по всему миру проводятся различные экологические просветительские акции. Задача этих мероприятий – обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы планеты и напомнить, что в большей степени именно от действий людей зависят условия жизни на Земле. В городском дворце культуры заповедник Бастак собрал и поблагодарил представителей природоохранных организаций, волонтеров и активистов, работающих над одной целью – сохранение и охрана окружающей среды. Это большой праздник, на котором хотелось бы, чтобы все присутствующие получили заряд бодрости, хорошего настроения и прониклись идеей о том, что нашу Землю, нашу планету нужно беречь. И беречь, конечно, начинать нужно с малой родины. Одной из организаций, активно работающих в направлении охраны природы, остается Русское географическое общество. Именно по решению природоохранительной комиссии РГО в 1916 году был создан первый в России заповедник Баргузинский. В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности РГО является именно природоохранная деятельность. Сотрудничество с заповедниками, вопросы Красной книги тоже решаются силами членов Русского географического общества. Кроме того, в пятницу 22 апреля в Биробиджане прошел общегородской субботник, к которому присоединились многие жители областного центра, организации и предприятия. Сохранить окружающую среду и содержать ее в чистоте легче общими усилиями. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.